Итак, всем привет, с вами я, Павел Первый, и мы продолжаем проходить Властелина Колец, битва за Средиземье. Итак, сегодня мы отвоюем восточный Грохан у вредных орков. Давайте начинать. За победу получаем плюс один к силе. На восточной границе Грохана расположены плодородные зеленые равнины, где живет множество фермеров. Уничтожьте войска Изенгарда. Так, ну, нас намного больше, так что мы сможем даже, наверное, спокойненько тут как-нибудь побегать и без потерь. Так, блин, здесь отряд не назначился. Значит, я в прошлый раз просто нас начал. Всадники Грохана! Мы построили Скачите, рокеры! Мы построили новую ферму! Вперед! Вперед! А! Прячьтесь! Это враги! На помощь! Вперед! Вперед! Враги атакуют! Бежим! Пятый левел. Построить 6 ферм! Ну чё, чуваки? Мы защитим нашу землю! Так, я, в принципе, думаю, никого не буду строить, буду фермы строить. Всадники Грохана! Вперед! Вперед! Я так думаю, отпор они почти дать не смогут. Спешите! Защитим наши земли! Спешите! Так, какая мне, значит, все лагеря, все ультимы, окей. Мы построили новую ферму! Рокери! Защитим наши земли! Тут довольно-таки красиво. Защитим наши земли! Вперед! Вперед! Мы построили новую ферму! Грохан выстоит! Вперед! Лошадка, что ты там бегаешь-то? Всадники Грохана! О, ни хрена армия тут! Так, я лучше свалю, к тому же на базу еще нападать начали. Они атакуют лагерь! Да, конечно, не дали нам построить так. Рокери! Не сворачивайте с пути! Мы защитим нашу землю! Отходим! Фак, все-таки разрушили. Говно. Так, специально построю для дополнительного задания, потом все разрушу. Будьте начеку. Мы будем в безопасности. Мы построили новую ферму. Ферма построена. Так, раз, два, три, четыре. Должно уже быть 6. Да, окей. Ну, если вдруг будет необходимо снизу. Выстоит. Защитим наши земли. Пошли бить армию. Блин, стучат. Еще помимо того, что дрелью делают, факт. Построю оборонительные вышки. Окружил все, блин. Не, ни хрена у них там армия, конечно. Гребаные пикинеры.
И что-то фиолетовое у них там. Все ко мне! Моя смерть близка. Я тебя поздравляю, я не хочу, чтобы ты умирал, окей? Блин, они все за нами погнались. Враги атакуют заставу! На нас напали! Похоже, все-таки будет необходимость построить там парочку зданий. Капец, они быстро! Тьма надвигается на наши земли. Оу, чё? Да мы так типа проходим просто и все, нас не трогайте. Насрать на все, короче. Спешите! Нас атакуют! Час битвы близок. Готовьте оружие. Пришел час битвы. Будьте настороже. Вы идиоты со стен бьете. Час битвы близок. Лучники, готовься. Двигайтесь. Продолжайте идти. Огонь. Это что за пидор стоит? Знаменосец такой, что ли? Враги, в укрытие. Как не снести постройку? Я ее нифига снести не могу. Я вижу тебя. Враг рядом. Готовьтесь к бою. Я хочу уничтожить это здание грёбаное. А, вот же есть у нас постройки. Вот они! Что будем делать? Всадники Рохана! Да, мы какой-то отряд полностью потеряли тут. Скачите, рокеры! Защитим наши земли! Не так уж это легко, как казалось на первый взгляд, блин. Стрельбище готово! Враги атакуют! Мы построили новые конюшни! На и вот так вот они будут надвигаться одиночными отрядами. Защитим наши земли! Эй! Враги! Враги рядом! Мы опоздали! Убейте враг всех! Враг уже захватил эти земли! Да что ты говоришь? Еще не все потеряно, это только начало. В атаку! Воины Рохана! Тьма надвигается на наши земли. Мы готовы к бою. Крестьяне, беритесь за луки. Мечи готовы. Мы защитим нашу землю. Враги рядом. Рохану нужна наша помощь. Защитим наши земли. Убейте всех. На нас напали. Скачите, Рохан. Черт, гребаные пикинеры. Так, надо все-таки найти их базы и уничтожить. Враг уже успел здесь обосноваться. Спешите! Отступаем! Скачите, рокеры! А, задание, да, это зачиталось. Спасите всех роханских беженцев, а хуй узнать, где все они. Готов
Рохану нужна наша помощь! Нас атакуют! Ныне эти земли под властью врага. А, тут еще парочка наступает. Быстрее домой! Наши земли. Не пощадим жизни за свободу Рохана. А этот пидор, да мне похуй, у меня оружия нет, я ничего не могу сделать. Умейте, твари! Будьте настороже! Будьте начеку! Рокеры! Ай, быстренько хильнемся. Лучники, готовьтесь! Лучники! Продолжайте идти! Продолжайте идти! Будьте начеку! Готовьтесь к бою! Готовьте оружие! Будьте начеку! Всадники Рохана! Не отступать! Готовьтесь к бою! Так, они сносят мою ферму. Вот гады. Будьте начеку! Всадники Рохана! Так, а вы типа ложки должны там просто бежите, стоять, даже... Так, я забыл тоже про хилку совсем. Что-то я ей не пользуюсь. Скачите, рокеры! Вот они! Вперед! Что будем делать? Вперед! О, армию сюда послал. Комп поумнел, охрана нужна. Блин, пол хп даже больше потерял. Сразу, одним ударом. Спешите! Не медлите! Вперед! Вперед! Скачите за мной! На нас напали! Спешите! Одиночные армии ходят у компа тут. Туда-сюда. Спешите! Скачите за так, мной! А вот и его база. Вот так вот. Отходим! Перебьем их! Нас атакуют! Защищайте эту территорию! Быстро! Да, он сдох, короче. Мы потеряли один отряд лучников. Ладно, хер с ним. Так, что это не все еще, что ли? О, да, это все. Тьма отступила. Но если бы я играл это в первый раз, ну то есть сначала, то здесь бы, наверное, посовет, значит, на враги были. О, и обстрел еще там дополнительно идет. Я знаю, что вы победил. На идеал не стремился, но... Хоть что-то. Так, что у нас там дальше? За кого будем играть? Фродо и Сэм продолжают свое полное опасности странствие к Роковой горе. Мэри и Пин укрылись в лесу Фангар. Атаки на Рохан не прекращаются. Эомер должен спасти свой народ. Окей. Интересно, а зентов тут можно будет поиграть? Было бы очень прикольно. Ладно. Так что мы получаем при победе? Стоп, стоп, уберите этот дурацкий ролик. 30 очков, 10%, нормально, чё. Собственно, давайте на этом закончим пока. С вами был я, Павел Первый. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте. Надеюсь, вам понравилось. Всего хорошего и пока-пока-пока.